Районная газета «Ургутсадосы» на грани закрытия. Почему этот факт не беспокоит ответственных лиц, и они не бьют тревогу? Отчего была дана неверная информация о количестве подписки, и районный хакимиат не поддержал газету, сказал хаким области на видеоселекторном аппаратном совещании во вторник. Причем ремонт? Газета ойлык алмаса. Ремонт из кимге керек? Газета ойлык алмаса. Кабинетин ремонт кылатканга газета чыкмаш керек. Зыялы катлам газета окуйдыган катламга нема деп жооп бересиз эртеге? На встрече в областном хакимиате критически обсуждена работа, проводимая в регионе по обеспечению открытости государственных органов и организаций. Рассмотрены вопросы дальнейшего улучшения сотрудничества со СМИ, особенно журналистами и блогерами, регулярного обновления официальных сайтов, публикации аналитических материалов в газетах и журналах, поддержки деятельности печатных изданий. Предприятиям и организациям области, а также хакимиатам указали на недостатки в этих сферах. Очевидно, что многие так и не поняли содержание указа президента о дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля, подчеркнул глава областной администрации. Органишлер натижаси гора Зарамшон, Самаркандский вестник, Овази Самарканд газеталарда санаклы ташкилотлар макала ва тахлили материаллар элон кылган. Мисал учун, бандлик, мактабгача таълим, жисмоний тарбия, спорт, мажбурий ижро, касаба уюшмалар кенгаши, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ҳудуд газ, қишлоқ хўжалик бошқармалари, Булунғур, Жонбой, Самарқанд туман ҳокимлари, шунингдек бошқа насрларда агроинспексия, статистика, соғлиқ, халқ таълимининг фаъолияти бўйича маълумотлар босма нашрларда эълон қилинди. Бошқа ташкилотлар раҳбарлари ва масъул ходимларининг ҳаракати сезилмади. Худди уларда ҳеч қандай иш бўлинмаётганлиги, ана 30 йил мустақилликка эришилди, 5 йил бўляпти мана шу янги президент даврида ишлаётганлигим, лекин буларга таалуқли жойи йўқ менимча. Ҳали бу фармоннинг мазмунини тушуниб етмаган кўпчилик. Халиққа холис маълумотни етказиш деган сиёсат кетяпти. Очиқ ахборотни етказиб бериш деган сиёсат кетяпти. Шуни сўраяпман. По окончании должностным лицам даны поручения и назначены сроки исполнения.